Ты что, плохо чувствуешь, что ли? А какой голос какой-то? А? Вот это и лучше, да? Собачку она очень чудесно сделала. Так, теперь уходит. Вот этого тоже ложить? 25/10. Ой, еще мало. Да, это тебе мало, мне не мало. Ну, вообще хорошо, добро, все. Не знаю, вроде у меня пенсия 20-го, так что к 20-му, ну, может... интересно, завтра я вот тогда вам позвоню. Скажу. 1000 это? Да, 800. Ну, не 1000, а там меньше. Вот я сюда ложу. Потому что когда я сюда положу, это уже будет... Ой, салат я не написала. Салат. Салат напишу. Я хотел купить. Я люблю салат. Я хотел купить салат, но там был такой странный, но я не купил. Говорит, бабся, мне так подобаются вот эти яйки. Какие? А вон там лежат, вот что это. Ну, а сладенькое. Ты мне бы дала бы до дому. Ты скажи, ни в коем разе. Я говорю, они твои, вот все три твои. Да. Только ты потом их заберешь. Когда? Вот. Когда потом? Ну, я всегда говорю, потом заберешь все. На вон эти самые картиночки. Потом там вот есть у меня в этом такое... Это курчачик сидит и маленькие эти курчачики, вот, цыпленочки. Она тоже брала, хотела до дома взять. Я говорю, ну бери. Я дала ей. Потом она уже некуда ей класть было. Она говорит, ну то пока пусть у тебя лежит вот там вот, видишь этот, вон. Я говорю, матку Боску ты не потеряла, что она на этом носила,
связала я ей на цепочку. Да. А она говорит, не, я ее сняла и в это маленькое пуделочко положила. И достаю, поцелую, как ты сказала, и кладу на место. Мам, ты ей такие бздуры учишь, извини. Фетишизация. Ну ладно, я уже ничего не говорю. Она, они тоже в этом самом... Они. Мам. Мусор взял? Что так тяжело вздыхает? Мам, ну все нормально. Ты не садись шить, отдыхай, посмотри, вот что-то из... этого. Про Минск. А, кстати, просьба к тебе будет. Про не Минск, а это, ну, Минск, само собой. Про Керчь. Что это? И я вот не нашел. Я не перенес себе или перенес? Там не было. Я забыл. Ладно. Ну я же с Женей, с Машей виделся там на этом. Ну как виделся? Я их видел. Нет, дело в том, что ладно, другой. Мы прошлись там с правой стороны, но я пока что снял, я их не нашел, я мельком смотрел. А ты посмотри внимательно репортажи с 9 мая. Ну, не военные парады, а там, правда, мало пока, два. Я думаю, может, потом найдем, а может, не найдем. Ну, типа, Женю, Машу, как они идут. Я закрываю. В общем, посмотри этот бессмертный полк. Ну, па. Да, я этого сразу забыл. Ничего этого не видел. Мало, надо все страшно подобно где-то ходим. На воду нема. А что есть такая Халина Малецка? Халина Малецка, то есть тетка жены Адама Мицкевича. А Франциск Малецкий был ей менеджер. Он был одним из коллегов Мицкевича, когда их Филоматов Ленка Момент разъебали. И Мицкевич здесь был. Маевский попал до Санкт-Петербурга. Кузин дома. И зробив там кар'єру, з нею і змарив. Змарли. Дружну шок. Натури на Кавказі, натури то в Варшаві єду. Як я її спокрінився з нами, то ж засадження є важне. Но факты есть цікавы. Видеть под один студентя не кожный потрапит. Я то видел им. А пани, они уже по мне змарли. Я уже давно не видел им, и уже с 20 лет, может. Або с 15. Они то забочили.